Характерным признаком злокачественной опухоли является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в ближайшие части тела и распространяться в другие органы. Мы запустили проект среди здорового населения для оценки наличия рисков у еще не заболевших людей. Мы предлагали всем желающим отправить нам анкеты. Потом мы выберем 100 человек случайным образом, которым мы бесплатно предложим пройти это тестирование. Человеку, желающему узнать, есть ли у него предрасположенность к заболеванию, необходимо будет сдать 5 мл венозной крови. После этого высококвалифицированные специалисты в области медицины проведут полный анализ на наличие мутаций в генах. Я думаю, что современная наука сейчас в области онкологии все-таки дошла до того, что чем раньше выявлен рак, тем дольше пациент будет жить, вплоть до полного выздоровления. Если рак зафиксирован на первой стадии, идеально его зафиксировать на этой единичной мутации одной клетки, которая только-только начала пролиферировать, то это можно очень быстро или химиотерапией, или небольшой операцией, человек будет извлечен. Благодаря новому антионкологическому проекту желающие смогут пройти медицинское исследование на наличие раковых клеток. Для этого необходимо заполнить анкету и отправить на электронный адрес, который вы видите на экране. Регина Фахрутдинова, Руслан Уразаев, Универньюз.